С учетом того, что в России практически прекратились поставки импортного оборудования из недружественных стран, страна вынуждена, естественно, заниматься активным импортозамещением. Поэтому с учетом того, что в наш дивизион входит компания по разработке радиоизотопных приборов, мы производим аналоги европейские и американские радиоизотопные приборы. Соответственно, основная цель соглашения между Норильским никелем и РАСУ – это как раз разработка и поставка радиоизотопных приборов на предприятие Норильского никеля. Это плотномеры, уровнемеры, толщиномеры, то есть та продукция, где необходимо ионизирующее излучение. И наша продукция полностью соответствует всем необходимым стандартам Ростехнадзора, поэтому мы готовы и уже начали поставлять наше оборудование на предприятие Норильского никеля. Да, мы подписали соглашение с Курским электроаппаратным заводом, где мы предусматриваем создание совместного R&D-центра, где мы планируем производить разработку компонентов, начиная от сырья, материалов, заканчивая компонентами и программно-аппаратными комплексами. Также с компанией Russell мы тоже подписали соглашение о сотрудничестве, где мы планируем развивать производство и разработки и производство электрощитового оборудования. РАСУ участвует во всех зарубежных и международных проектах госкорпорации «Росатом». Наша компания является дивизионным интегратором по поставке электротехнического оборудования и контрольно-измерительных приборов, также и АСУТП. Соответственно, в каждом из этих проектов международных – это Бангладеш, республика, это Египет, это Турция, это мы планируем также участвовать в венгерском проекте. Везде наша компания участвует и везде наша компания осуществляет поставки электротехнического оборудования и контрольно-измерительных приборов.